Солидарность. И Максим Лесник. Вот, они вдвоем будут этот митинг вести. А я только скажу, что очень рад видеть всех пришедших здесь. Это люди, которые наверняка понимают, что Конституция – это штука, которая… Это не серьезно с хреном. Это такая вещь, за которую нужно бороться, как нужно отстаивать. И отстаивать нужно, независимо от того, нарушены права домохозяйки или нарушены права олигарха. Потому что если нарушены права успешного бизнесмена, то потом это разбойница с правдой, это коса средняя, это дебилка вообще, придет в любой дом, придет к любому человеку. Вот люди, которые это понимают, которые не относятся к этому делу вот так вот, дескать, а что мы будем призывать за Ходорковского, у него более миллиарда. Люди, которые понимают, что право не делится между людьми, живущими в стране, оно либо для всех, либо не для кого. Вот они пришли сюда сегодня. Я всех вас приветствую, всем вам спасибо. И мы начинаем наш короткий митинг, передаю слово, короткий там или как получится, официально может продлиться 2 часа, если мы не замерзнем. Но если раньше, то раньше закончим. И я передаю вас до управления Ольге Владимировне Курносовой и Максиму Резнику. Здравствуйте, друзья! Сегодня 12 декабря. Это день Конституции. Это последнее воскресенье перед 15 декабря. Вы все знаете, что 15 декабря начинается чтение приговора по делу Ходорковского. Именно поэтому мы собрались сегодня здесь. Потому что мы считаем, что приговор Ходорковскому – это приговор будущему. И от того, каким он будет, зависит очень многое, что будет происходить в нашей стране. Мы хотим, чтобы в нашей стране было независимое правосудие. Мы хотим, чтобы это независимое правосудие высказалось. И приговор был справедливым, приговор был честным. Какой будет этот приговор? Мы увидим. Я присутствую на судебном процессе в Москве. На самом деле, очень сильное впечатление. Два человека, Зоя Ходорковский и Платон Эрдос, провели в Краснокаменске несколько, очень много лет. И они сохранили потрясающую силу духа. Они гораздо... Ну, просто я даже не могу сказать, насколько голов выше этих... Я даже не могу назвать их людьми, вот там группа Вячеслава Ибрагимова, второй прокурор, те, которые их обвиняют. Очень сильное впечатление. И на самом деле, больше всего хочется сказать сегодня свободу Михаилу Ходорковскому и Платону Эрдосу. А сейчас я прошу подойти к Борису Вишневскому.